Красноярске появилась общественная организация ветеранов СВО. Ее создание инициировал участник спецоперации, один из преподавателей кафедры военного учебного центра СВО. Тему создания ветеранского движения и то, насколько эффективно край помогает семьям военнослужащих, общественники сегодня обсудили с врио губернатора Михаилом Катюковым. Сейчас в крае помощь предусмотрена не только самим участникам СВО, но и их семьям. Нынешнее правительство намерено получить обратную связь. Справляется ли система с потоком обращений? Нет ли засилия бюрократии на местах и как быстро нуждающиеся получают финансирование и медицинскую помощь? Что касается работ по созданию ветеранской организации, все идет по плану. Известно, что она будет располагаться в Красноярском доме офицеров. И вот пара комментариев с сегодняшней встречи. Все идет планово, документы находятся на регистрации. С настоящим 7 человек добровольцев уже вступили в союз организации. Проводим работу по патриотической направленности молодежи. Одна из важных задач – обеспечить поддержку членов семей военнослужащих. У нас меры поддержки в регионе одни из самых доступных и меньше всего бюрократических проволочек. В течение недели можно решить любой вопрос.